Золотые правила любой диеты. Хорошая новость. И уже родился человек, который доживет до 150 лет. Плохая новость. Вы не доживете до 100, если не будете выполнять золотые правила здорового питания. Сколько на свете диет? Белковая, монодиета, протыновая, 5-2, кремлевская и много других. А вот золотые правила выполняются в каждой диете. И даже если вы не придерживаетесь никакой диеты. Сейчас я вам их представлю, и тогда все будет понятно. Три важнейших правила правильного питания. 1. Ешьте только свежее и не сохраняйте остатков от предыдущего дня, в них нет ни жизненной энергии, ни витаминов, а только токсины и канцерогены. Поэтому в американских ресторанах существуют доги бэкс, пакеты с остатками для собак. Отдайте недоеденное вашему четвероногому любимцу, но не ешьте сами. Все народы, даже самые бедные в Африке готовят свежую пищу каждый новый день. Это правило применимо для всех диет и вообще для здоровой жизни. Никаких стара с перегретых остатков. 2. Ешьте два раза в день. Этого вполне достаточно. Утром можно обойтись чашкой чая или кофе и зеленым соком. Днем суп и свежий салат можно с курицей. Ужин пораньше и только одно блюдо 1000 килокалорий в день если вы не разгружаете боржи и не кладете железобетонные шпалы, вполне достаточно. Десерт, раз в неделю вместо обеда. 3. Чем вы старше, тем меньше ешьте. Расход энергии и метаболизм к старости уменьшаются с каждым годом. После 60 лет урезайте диету на 100 килокалорий каждые 3 года, а после 70 сидите на 700 килокалорий. До конца жизни. Ваш желудок – это машина – которая имеет с рождения закодированный запас рабочих часов, которые она тратит на переваривание поданной вами зорто-пищи. В среднем это 50 миллионов килокалорий. При диете 1000 килокалорий в день умножаем на 365 дней и на 100 лет. Получается, что иногда и даже десерт можно съесть. Эти правила самые важные. Теперь еще два. Если вы хотите узнать их и не прекратили читать, а ведь и такие и есть. 4. Правило золотой середины – ешьте разнообразное и лучше сезонное местное. Это закодировано в ваших генах. Если вы не китаец, не увлекайтесь китайской диетой. Ваш желудок больше энергии выжмет из русской пищи, чем из иноземной. 5. Живая, термически необработанная пища, прямо с дерева или с грядки, содержит максимальное количество нужной вам для жизни живой энергии. Около 20% ежедневной пищи должна быть живой. Яйца из-под курицы, яблоки с дерева. Золотое правило здоровья. Еще не устали читать? Или ваш шок? Для тех, кто еще не насытился золотыми правилами питания. Еще несколько. 6. Правила вежливости. Не ешьте, когда вам плохо. Садитесь за стол с улыбкой и хорошим настроением. Если настроение плохое, Лучше идите спать. Как говорят в народе, утро вечером мудренее, попейте кипятка с лимоном и спать, а едя только с радостью. 7. Еда есть медитации, время общения вас с миром. Вы ведь едаете этот мир, все равно какой диете вы придерживаетесь, даже если вы вегетарианец. Поэтому ешьте медленно, в молчании и внутренней радости, без телевизора и пустых разговоров. И последнее: если уж вы решили съесть природу и других существ. Ложь сами не забывайте делать для мира что-то хорошее и превращайтесь единое в счастье для себя и для других. Ню, хватит правил, даже если они золотые, а ты тяжело углядит от этого золота. Хорошие и счастливые всем жизни улыбки каждый день, Ваша Ирина Бьорна.